А вот победитель с прошлого видеоролика. Если ты хочешь также абсолютно бесплатно забрать бандану бандита, то пиши свой комментарий, ставь лайк и подписывайся на канал. Комментарий должен быть с ником твоего дискорда. Также я оставлю ссылки на все насмешки, которые будут в этом видеоролике. Они будут находиться в описании. See ya. Come on, maggots. Здесь инженер решил себя попробовать в роли регулировщика. И у него это довольно-таки неплохо получилось. Эта насмешка превращает вашего солдата в игрушечного заводного солдатика. Хочу порекомендовать вам Twitch канал Гудли. Парень стримит различные игры, включая Team Fortress. Ему нужен онлайн. Давайте поддержим парня, заходите на его Twitch, ссылочку оставлю в описании, и проводите время с удовольствием. Да, понимаю, такими темпами раньше релакса станет на все классы, но разве это не прикольно? Таким образом можно чилить абсолютно за любой класс, потому что лично я инженера не мейню, и я, допустим, хочу полежать, бухая за снайпера. А у этой насмешки есть несколько действий, как и на правую кнопку мыши, так и на левую кнопку мыши. Сама насмешка мне напоминает танец из Человека-паука из третьей части. Насмешка на поджигателя, где активно играет на скрипке. Очень прикольная и милая насмешка. Правда, к поджигателю она не очень относится. Мне кажется, такая насмешка лучше смотрелась бы на медике. Пактум Диаболус! What? No! Soldier! You were the worst roommate! All-классовая насмешка, где какой-либо класс читает заклинание и после чего взлетает. Таким образом, можно летать по всей карте или же просто парить на одном месте. Engineer! Get going! Насмешка на подрывника, где он выступает в роли капитана пиратского корабля. У этой насмешки есть несколько действий на правую и на левую кнопку мыши, что придает ей еще небольшую изюминку. На сегодня у меня все. Благодарю всех, кто донатит, тем самым поддерживает меня и мотивирует на создание нового контента. Также спасибо за уделенное мне время. У микрофона был Дрим, всем удачи и всем пока.